Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 14 января 2021 года. И я спешу вас всех поздравить с наступившим праздником, Старым Новым Годом. Поздравить всех и пожелать вам крепкого здоровья, любви, счастья, успехов и всего самого-самого доброго в наступившем и старом Новом году, и новом Новом году, и с Рождеством. И показать вам поближе нашего красавца Цериуса Фортуната. Мальчик очень не любит ни фотографироваться, ни сниматься на камеру. И при этом он просто бесподобно красивый и правильно сложенный, крепкий, здоровый психически, физически, генетически. Мальчику год и три месяца. Мальчик крупный, крепкий, с достаточно таким серьезным, можно сказать, характером. Он ведет себя прям как вот взрослый, порядочный песик. Так, мы пытаемся поймать еще и подсветку и оську покрупнее. Так, ося, ося, ося. Ой, господи, Ося. Осечка. Мальчика красивый окрас. Белый, с темно-шоколадными пятнышками и светло-коричневыми щечками и бровками. У мальчика крупная красивая голова, широкая наполненная мордашечка. Огромные красивые ушки, которые стоят у него сами. Мальчик не говкучий, обожает гулять на улице в любую погоду. Это тот самый парень, который не боится ни снега. Хотелось бы показать уши, бесподобно великолепные уши. Ну ты руку, может быть, уберешь, и он покажет уши. Ой, ой, покажи ушки. Ой, ой, покажи ушки. Ой. Очень красивая голова, широкая наполненная грудь, глубокая, ровная спинка, правильно посаженный хвостик, крепкий костяк. Ну, давай снимай, показывать будем на полу. Никак его не показать. Покажите поближе собаку. Постоянно просят меня подписчики нашего канала. Если бы вы хоть раз снимали щенка или взрослую даже собаку на фото или на видео, вы бы примерно представляли, сколько времени на это уходит. Это просто гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Вот он, либо в кадре, если я хочу присесть и показать его покрупнее, вот он. Мы его смотрим. Да, теперь он лезет ко мне на руки. Да, теперь он решил покушать. Кушает парень у нас сухой корм. Я не могу с этим Оси. Ну, отпусти Фиму. Да. Фима у нас в течке. Сейчас начнется страдание Оси по поводу течной девчонки. Парень не кастрирован. При желании питомник наш оказывает услуги кастрации и стерилизации до продажи, предпродажные. То есть вы можете, скажем, приобрести собачку в нашем питомнике, уже стерилизованную, кастрированную, для того, чтобы вот не было таких хлопот и забот в процессе жизни с вашим питомцем, так как вот такие вот проблемы будут возникать всегда с кобелями, если вы будете встречать на прогулке на улице течных девиц, или он будет нюхать, доставайте кого-нибудь из них двоих. Вот. Если мальчик на прогулке, например, собака чувствует за несколько километров запах течной девочки, есть шанс потерять животное, он будет убегать, он будет искать, он будет страдать, плакать. Также ведут себя по факту нестерилизованные и некастрированные девочки в момент охоты. Я уже показывала, как Фимочка и Симочка, которые живут в этой комнате изолированы от наших мальчиков, ведут себя друг с другом. Уся. Да, вот он подлизывает, уся, что там пахнет течной девочкой. Поэтому, если, скажем так, вы хотите, чтобы ваша собака жила с вами долго, счастливо, понизить риск онкологии,
продлить здоровье и жизнь вашего питомца на долгие-долгие годы, чтобы не было вот таких вот проблем с потерей, пропажей собаки, чтобы она убегала у вас, страдала, отказывалась от еды, потому что вот не дают ей девочку. Мой вам совет: лучше кастрировать. Это также убережет вашу квартиру от меток, потому что метят и девочки, и мальчики. И девочки метят больше. Больше, чем мальчики, вопреки расхожему мнению, что метят мальчики, девочки не метят, неправда, метят. У нас в основной массе девочки, мальчиков меньше, чем девочек. Метят девочки больше, чем мальчики. Поэтому я, когда вывожу из разведения собак своего питомника, всех кастрирую и стерилизую. Тогда они спокойные, счастливые, здоровенькие, без каких-либо психических вот таких переживаний по поводу, где найти полового партнера, куда бы убежать, где бы пожениться. Ох. Ну, мы тебя стараемся поймать в кадр, да, показать поближе. И скрутились все уже, и станцевались вокруг Коси. Парень достойный, парень красивый. Для выставок и вязок он не подойдет, его вес больше, чем 3 килограмма, но для долгой и здоровой жизни, длительной вместе с вами, это просто идеально красивый пес. Замечательно, на самом деле, характером пес серьезный, обожающий прогулки, подвижный, но при этом, так скажем, уравновешенный, не такой, чтобы вот совсем уж шпули-мули и на месте не сидит. Любит ласкаться, да, вот к рукам, да. Ну пусть посидит. Мне бы ушки его красивые показать. Показал, молодец. Но все равно я не могу не любоваться. Да, Ося. Покрупнее снимать, это получается, он сидит в кадре, я показываю Ося. Его попу. И как он метит. Вот и все наши крупные видеосъемки. Вот она, крупная, лежит Умка. Жива, здорова, отлично себя чувствует. Дорогие друзья, с Осей у нас вот такие проблемы. В комнате пахнет течными девочками. Его это все раздражает, он начинает метить на это, на все. Ося. В отсутствие течных девочек такого, конечно, происходить не будет. Но мне некуда деть сейчас Симочку и Фимочку, потому что в соседней комнате у меня много мальчиков. На этом, дорогие друзья, я буду заканчивать видео про нашего красавца Цериуса Фортуната. Оставайтесь с нами. Напоминаю, у нас на канале появилась теперь новая возможность общения с нашими и вашими уже любимыми питомцами, за которыми мы ежедневно наблюдаем, за их жизнью, ростом и развитием. И вы можете подарить им вкусняшки, игрушки, можете с пометкой для кого конкретно, для Оси, для Маси, для Дуси. Я с удовольствием куплю от вас для них подарки и покажу, как я их буду дарить, как они будут радоваться и веселиться. Спасибо огромное за подарки и поздравления нашим друзьям и подписчикам нашего канала. Оставайтесь с нами. Реквизиты есть в описании под данным видео. Теперь и PayPal.